Mwah. Ты чё? За длиной двое, Мэтт, нас смотрят. Уходи. Одного убил. Одного убил там, где тебя взорвал гранатой. Борщ с пельменями. О, изысканная кухня, я смотрю. Есть же там всякие передачи. Там, где какие-то мега-шеф-повара там. Типа заставляют людей там блюда готовить вкусные. Тебя этот спрашивает шеф-повар такой. Типа, что умеешь готовить? И ты такой, борщ с пельменями, короче, понял? Вот он охуеет. Ты чё так смотрел? Какое? Полшага на меня. Бил одного. Что-то по мне прилетело, оглушенное, по-моему. А где был тот? Временок? За КамАЗом просто стоял. Там туда грянул. А, хотя он с винторезом, может быть, он подстрелял, но настолько беззвучно, что не было слышно вообще. Hey guys, when a second please. I'm here to only kill those scabs. In the PMC I have all these pistols. Can you guys hear me? Ты гряну кидаешь. Одного, тихо. Один на втором. Бля, чё, ничего не говоришь. Вроде все. Сейчас все почитаю. Нет, вот такой ком. В последние дни ощущение, что все фулки ушли с таможки в санаторий. Да нет, никуда они не ушли. Сидят все на таможне. Должен быть чел, походу. Служивый! Бля, бот все испортил. Бил одного в перепрыжке. Под малую зашел. За длиной двое, Мэтт, нас смотрят. Уходи. Одного убил. Одного убил там, где тебя взорвал гранатой. Понял. Я право пошел. Темного с Уралом подошел в упор к временку. Типа твою мать. Там где с АГС, походу. Одного убил. Откуда, один откуда? Сидит за мусоркой, второй сидит, вот как от бомжа доходишь, справа за синим забором у временок. Так, справа я убил, значит за мусоркой остался, понял. За мусоркой, значит, меня просто вдвоем расстреливают. Тут они, конечно, капец сидели под перекрестным огнем, просто вход контролили. У Мэттов без шанса было. Вот и он, походу. Да, вот она СВД.
Борщ с пельменями. О, изысканная кухня, я смотрю. Подоспела в чат. Высокая кухня. Это надо просто вот это блюдо брать, чат, и это. Есть же там всякие передачи. Там, где какие-то мега-шеф-повара там. Типа заставляют людей там блюда готовить вкусные. Орут там на них. Я вот такое не люблю смотреть, как-то не особо. Ну просто раз такой пошел на это шоу. Тебя этот спрашивает, шеф-повар такой. Типа, что умеешь готовить? И ты такой, борщ с пельменями, короче, понял? Вот он охуеет. У каждого свои способности. Блядь! Вон он где. Ну, чел. Где мы тут сидим? Для тайминговая хаешка. Чисто вот. Видели, как она такая упала? И потом скатилась. Это, вы думаете, это все было вот, ну, спонтанно, да? Ничего подобного сейчас. Холодный расчет, понимаете? Какой там уровень? Крыска сидела. 30-й, ага. Так. Hello. Глупый челобот. Куда ты пришел? Окончательно чат понесло в неизвестные дебри карательной кулинарии. У нас такое бывает с чатом, я это стал замечать. Я немного как бы беспокоюсь даже порой за чат в их кулинарных познаниях, так сказать, и вкусах, в принципе. Но мы никого не осуждаем. Даже за крошку с горошком не осуждаем. Баним просто вот таких людей, которые горошек добавляют в окрошку, а так в целом-то нет. По сути, эти контейнеры простреливаются насквозь. Я мог убить его. Но не убил. Звука не было, как он в яму, кстати, спустился. Чел просто пропал. Давай, блядь, перелезь ты через бордюрчик. А, этого я убил. Таблетки хавают. Вон, интересно.
обходить меня пошел. Да что ты будешь? Вот видите, как дым отображается во время дождя? Он просто черный. Нихрена там не вижу с этим дождиком. Двое. Вроде все тут. Так. Это сюда. Это сюда. Так. Сумки нету, типа, странно. Да заполипало меня. Он теперь стоит напротив туалета. Со стороны двушки. Я в пристрое второй запрыгиваю. Окей. Я хилюсь на первом опять. Этот минус. Он тот минус. Хорош. Не, там бомж с ППШ тот. О, слик. Зато слик есть, ёпт. Тихо. Металл. У нас металл. Убил? А вот сушка меня слепит какая-то. Что? Ты на втором? Да, я на втором. Я на улице. Сразу, он в туалете сразу слева был. Понял, дам хае. Захожу от платника. Ты взорвал его, взорвал. Да, минус. Что за красный алтфу по мне светило, интересно? Не знаю. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.